очень строго с антифейками у Генштаба, только правдивая информация. Давайте сейчас вам расскажем статистику потерь армии Российской Федерации. 304-й день войны, и враг понес потери личного состава в количестве, внимания, 101 430 человек. Ракетные системы залпа огня горят в количестве 418, артиллерийские системы также почти 2000, 1988 было уничтожено на украинской земле. А также вертолетов 267 единиц уничтожены, а ВСУ самолетов 283 единицы, беспилотных летательных аппаратов 1706 единицы, крылатых ракет 653 единицы. Также догорают синим пламенем средства ПВО в количестве 212, специальная техника 178 единиц и автомобильная техника 4627. Ну и еще враг лишился боевых бронированных машин 5994 единицы, танков 3006 единиц. Завершающие показатели — это корабли и катера. 16 было уничтожено, пошло на дно. Кстати, мы сегодня поговорим и о том, зачем россияне... Ну, слава Украине, да, не будем традиционно изменять нашим героям, скажем, нашим традициям, завершая статистику потерь оккупанта.